всех сохранившихся древних нитей. А кто дольше всех мотает на ус, губу раскатал до нашей эры, и все вокруг чужое, да на чей-то вкус, от пресной воды до официальной веры. Так кто ж ее не чует, провокацию, да надо соблюдать конспирацию, и все вокруг свои, да чужие. Шифруются все, а кто нас разделил? Те смотрят, 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 да любуются, как пасут нас всех. Стадо — это принцип бессмысленных жертв, свобода в рамках хозяйского луга. Не нужно думать как, куда и зачем, а поутру опять не досчитались друг друга. Но природа мать сотворила и тех, кто может жить только вольной стаей. Так учись у них свободе, человек, у стаи птиц или волчьей стаи. Осознать себя в ловушке, пока не надоест биться лбом, пока однажды не выйти наружу. Так прорвись и ты через этот обман, что перекрыл пути все крест на крест. Это лишь густой предрассветный туман. Выйдет солнце, и все будет ясно. Выйдет солнце, и все будет ясно. А пока кто ж ее не чует провокацию? Да надо соблюдать конспирацию. И все вокруг свои, да чужие. Но выйдет солнце, и все будет ясно. Выйдет солнце, и все будет ясно. Выйдет солнце, и все будет ясно. Спасибо.